Змову з того, що президент України Володимир Зеленський відвідав Францію, перед цим він відвідав Німеччину, зараз він їде, летить до Великої Британії. На вашу думку, якось ці візити повпливають взагалі на те, що ми бачимо зараз на території нашої країни, на контрнаступ, зокрема, тому що, звісно, що ці візити спрямовані для того, щоб об'єднати більше світ і наших партнерів, і, звісно, це така більш авіаційна коаліція формується, і візит сам президента Зеленського спрямовує на те, щоб нам давали більше авіації, і взагалі, щоб її давали. Ну, я так понял, что об этом там речь и шла, да, о поставках современных истребителей. Зеленский говорил с руководителями этих государств. Не знаю пока, насколько там это все успешно происходило, но, опять же, я слышал, ну, там, читал точнее, что во Франции назвали несколько преждевременными, да, вопрос о поставках истребителей, но, тем не менее, когда-то преждевременными называли вопрос о поставке танков. Преждевременными называли вопрос о поставке дальнобойных ракет, а вот, тем не менее, танки есть, Storm Shadow уже есть и так далее. То есть все это потихонечку двигается, потихонечку с мертвой точки сдвигается. И я полагаю, вопрос с истребителями-то он будет в конце концов решен. Ну, вопрос, конечно, когда, но он будет решен, потому что на Западе прекрасно понимают, что без вот авиационной компоненты будет тяжело достичь победы в этой войне. А раз Запад сделал ставку на вашу победу, соответственно, нужно дать для этого средства. Поэтому Зеленский сегодня вот летает. Любопытно, что там после удара по Кремлю, кажется, российские пропагандисты там визжали, что теперь Зеленский из бункера не выйдет никогда. А вот, однако ж, вышел и преспокойно себе передвигается по Европе. Вот, а российский президент из этого самого бункера не вылазит. Ну вот, вот вам, собственно, и кто чего стоит в этой войне. Пан Сергій, от ви згадали про ракети Storm Shadow. Безумовно, це є одним із основних проявів західної підтримки за останні взагалі дні і тижні від Великої Британії. І показово те, що саме після офіційного оголошення про те, що вона є у Збройних силах України, почалися прильоти по Луганську. Почалися прильоти по Луганську. Сьогодні зранку ми чули вибухи і бачили, точніше, чим пропагандисти вміло скористалися. І сказали, що ці вибухи – це справа британських ракет, про які ми говоримо. Але, на вашу думку, чи правда вигідно ось ці далекобійні ракети витрачати саме на подібні об'єкти, які вражали в Луганську, а саме нафтосховище, там авіаційне училище, військомат і так далі, тому подібне. Просто це виглядає як більше, напевно, що істерія та підтасовування фактів з боку рашистів. Чи не так? Ну, с одной стороны, конечно, такую ракету, как Storm Shadow, потратить на какой-то военкомат там, или даже на авиационное училище, хотя я понимаю, что оно не функционировало как училище, оно функционировало как колышня, ну, где там они проживали, да. Это, конечно, не совсем рационально, с одной стороны. С другой стороны, их нужно было опробовать, да, на каком-то объекте стационарном, который вот разведанный заранее, да, и про него известно. Вот вполне возможно, что это была такая проба сил, да, это было такое испытание этой ракеты, насколько она вообще вот способна там долететь, поразить, способна ее запустить и так далее. С другой стороны, опять же, все время поступали вот такие сообщения о том, что вот JLSDB вы получили вот эти вот планируемые бомбы. На 150 километров, так. Хаймарсов, и вот тут-то как раз дальность-то подходит. А пока нет таких четких свидетельств, обломки ракеты не предъявлены россиянами, поэтому совершенно непонятно, чего там по Луганску прилетело, но самое главное в этой истории заключается в том, что там больше сотни километров, насколько я помню, и вот что-то за сотню километров уже долетает. Это не Хаймарсы с GMLRS, вот с этими вот ракетами, которые вы давно от американцев получаете. Значит, это что-то новое, значит, что-то вам все-таки дают. И это хорошо, значит, вот номенклатура вооружений увеличивается, радиус поражения увеличивается, ну и, соответственно, ваши возможности. Так, і більше цілей, які вибухають, теж збільшується, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях, і, певно, що не тільки на території нашої країни. Пане Сергій, дуже досить такий цікавий, не те, щоб факт, це
пропагандистська заява від одного з телеграм-каналів про те, що сьогодні по місту Луганськ працювала авіація з боку Збройних сил України, те, що вони там був приліт, про це училище, про яке ми говоримо. І також один з очевидців нібито каже, що чули звук літака, а потім пролунав вибух. На вашу думку, ну ніколи пропагандисти взагалі не писали про роботу авіації нашої на території, ну так далеко, на території окупованої, так, яка підконтрольна зараз ворогом. На вашу думку, наскільки це взагалі можливо, щоб наша авіація змогла залетіти на тимчасово окуповану територію в Луганськ так далеко? Це ми не говоримо там про Бахмут, про бахмутський напрямок і трохи далі, а це Луганськ. Наскільки це можливо і чому, якщо це неможливо, то чому лунають такі заяви? Ну, если начать с конца вашего вопроса, у них же психоз уже наступил, там такой настоящий, да, им уже везде мерещатся беспилотники, авиация, там, я не знаю, скоро там космические корабли начнут мерещиться и так далее. Это все понятно, потому что как бы психологическую войну или войну нервов вы, конечно, выигрываете у них вчистую просто абсолютно. Все, они уже там в полной истерике все находятся, бьются в падучи и так далее. Насчет авиации над Луганском, я не знаю, честно говоря, мне это не представляется, опять же, разумным использовать там вашу крайне немногочисленную авиацию для того, чтобы, ну, там, под угрозой ее потерять, и что там такого есть в Луганске, что следовало посылать на эту миссию самолеты, да, ими так рисковать. Поэтому это вполне возможно были какие-то, вот опять же, дальнобойные средства, вот, а им мерещится, что авиация там по ним работает. Может, беспилотник там какой-нибудь летал, черт его знает. Потому что если ты слышишь звук двигателя самолета, значит, он где-то недалеко находится. Вот. А сейчас вам поставляют в том числе и дальнобойные средства для самолетов. Там какие-то ракеты уже вроде как есть там и так далее. Потом, опять же, многие вещи из этих пакетов военной помощи вообще перестали анонсировать. Вот какая-то страна предоставляет вам пакет военной помощи, в нем находятся боеприпасы. Вот поди гадай, что это за боеприпасы. Там 155 миллиметров снаряды или какие-нибудь там ракеты для самолетов с дальностью полета 200 километров. Итак, кто-то же сбил два самолета и два вертолета в Брянской области, правильно? Короче говоря, тут и истерика, и психоз, и полное незнание того, что у вас есть против них, и все это вместе вот порождает такое у них, вот, как сказать, такой страх, я бы сказал. Пане Сергію, ну, ймовірно, це могли бути і авіація російська, вони викрутили в свою сторону і сказали, що це українська авіація. Ми не можемо знати, тільки припускати, але те, що по цілях російських щось працює, це досить добре перед анонсованим контрнаступом Збройних сил України. Ви, пане Сергію, згадали про те, що відбувалося на Брянщині, коли щось невідомо раптом збило два гелікоптера і два винищувача. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що до цього таки причетна російська протиповітряна оборона, а Міноборони в свою чергу кажуть, що це робота з боку нас, з боку України. На вашу думку, чи могло російське ППО навмисно збити свої літальні апарати, аби просто потім мати змогу суспільству розповідати, що від, умовно кажучи, так, укранацистів навіть у нашому небі та і взагалі на нашій землі не сховатися. І так само, як це ймовірно було з безпілотником. Безпілотник прилетів в Кремль. Росія каже, що це Україна запустила на Кремль безпілотник, а це могла бути Росія, яка спровокувала і потім використати в свою чергу і на свою сторону. Ну, збити чотири літальних апарата для того, чтобы там какую-то провокацию организовать. Дуже багато, так? Да, это как-то прям вот с размахом, я бы сказал, провокация. Нет, не думаю. Вот один сбить, да, я еще поверю в это. Но в конце концов должна же быть там какая-то система опознавания, свой-чужой, в конце концов. Потом из тех видео, что там есть, видно, что ракеты прилетали, ну, как бы навстречу. То есть на встречном курсе были поражены все эти летательные аппараты, что говорит о том, что эти ракеты-то летели от вас, откуда-то с той стороны. Вот. Потом летательные аппараты не отстреливали тепловые ловушки, не выполняли маневров никаких, вот просто бах и прилетела ракета. Как мне представляется, это была засада классическая такая, либо воздушная, либо засада ПВО, есть такая, там я уж точно не знаю, что это было. Вот. И вы же получили из Польша, кажется, да, вот эти МИГи, 29-е МИГи, приспособленные под натовское оружие. Натовское оружие, это, среди прочего, вот эти ракеты
Амрам 120-200 километров дальность наводятся с помощью в том числе аваксов, вот этих вот, ну, летающих радаров. Какие-то там радары летали, опять же, по данным россиян, вроде как. В общем, я склоняюсь к версии, что это ваших рук дело, вот, но каким образом это было сделано, то есть это была засада ПВО, подтянули установки к границе, да, зная примерно, когда они прилетают бомбить. Либо это самолеты ваши сработали из-за границы. Вот. Тут, ну, в общем, в данном случае это значение не имеет. Значение имеет то, что они потеряли одновременно два вертолета, два самолета. Причем, как мы понимаем, это самым отрицательным образом скажется на, как бы, на мотивации их летчиков, а это произошло над их территорией, правильно, в своем воздушном пространстве. И вот это главный результат. И еще минус 9, как бы, членов экипажа, то есть там пилоты подготовленные. Поэтому это в любом случае такой очень хороший результат. Но версию про то, что все четыре завалило их ПВО, я, честно говоря, не верю. Слишком хорошо для их ПВО. Пане Сергію, ну, дійсно, тут вже не важливо, хто збивав, тут важливо сам результат, що авіація, гелікоптери падають додолу. Пане Сергію, на тлі оцих всіх подій в Росії зараз створюється спеціальна авіаційна група під назвою «Шторм». Міноборони Російської Федерації каже, що вона призначена для вирішення особливих завдань у зоні бойових дій, як вони кажуть, СВО. І особливі завдання – це збиття своєї ж авіації, чи як? І хіба після такого репутаційного удару, який ми побачили, ось подібна авіаційна група не виглядає чимось таким ганебним вже навіть для самих росіян, як ви вважаєте, після того, що ми вже з вами проговорили про те, що два гелікоптери збиті, там авіація збита на території Росії, і зараз вже різко формується ось цей шторм? Ну, они любят, да, такие всякие громкие названия, там, шторм, не знаю, ураган, там, буря, ну, не знаю, в общем, ну, пусть формируют все, что захотят, вот. Их авиация, совершенно очевидно, при наличии у вас там каких-то определенных средств и при наличии поддержки от союзников информационной, там, и, ну, радиоэлектронной, скажем так, совершенно неважно, как будет называться эта группа, вот, судьба у нее будет примерно такая же. Вот, потому что у них очень большие потери в пилотах, потому что таких потерь в пилотах у них не было, ну, пожалуй, со времен афганской войны, но афганская война длилась 10 лет, то есть вот там количество потерянных самолетов и вертолетов уже приближается, или если не перевалило за вот этот 10-летний период афганской войны. Так что пусть формируют, а что делать, надо же им там чем-то заниматься, в конце концов, там у них есть еще какие-то эти пилотажные группы и так далее. Поэтому тут я даже не знаю, как это комментировать. Ну, пусть формируют что-то. Да, до речі, пане Сергію, зловила себе на думці, що ось ця назва «Шторм», в нас же ж є ракети «Шторм Шедоу», і, ймовірно, можливо, вони хотіли в свою чергу так теж виділитися із натовпу і назвати гучно так свою авіаційну групу «Шторм», яка теж буде боротися з такими ракетами, як «Шторм Шедоу». Тому що на пропагандистських телеканалах там говорять, що дійсно це такі ракети, проти яких у нас немає засобів, у нас немає засобів, чим збивати, як збивати, ну і взагалі немає якимось чином взагалі робити щось із цим. Ну, наверное, да. Я не очень понимаю, как они будут сбивать эти ракеты Storm Shadow. Потом, опять же, вопрос, где они будут применяться. Потом, я так понял, в комплекте с ними поставили еще вот эти ракеты-обманки. Мальк, кажется, они называются. Вот тоже такая довольно хорошая штука, очень такая продвинутая. Россияне вообще не обладают ничем подобным, в принципе. Поэтому, ну, пусть развлекаются. Ну, что тут поделаешь-то с этим? Если им пилотов не жалко, то пусть посылают. Пане Сергію, про ось ці ракети-обманки, як ви сказали, який принцип дії? Це, я так розумію, для відволікання протиповітряної оборони ворога, якщо ми запускаємо зі своєї сторони. Як це працює? Это не просто ракета, которая летит, и как бы вот ее видно на радаре ПВО, да, как летящую ракету. Она может программироваться под определенное излучение определенного объекта. То есть эта ракета может представлять из себя крылатую ракету, баллистическую ракету, самолет такой, самолет сякой, то есть ее можно программировать так, что вот она выглядит как, допустим, летящий боевой самолет. В таком вот спектре она излучает, и вот такое излучение похоже. Противник включает радары ПВО, начинает там наводить на нее ракеты, и в этот момент летящие там в другом эшелоне самолеты поражают вот этими хармами, противорадиолокационными ракетами эту ПВО.
Это вот такая прям вот супер такая обманка, я бы сказал, американцы, кажется, их делают, если я сейчас ничего не путаю, вот, которая служит вот для, как бы для заманивания, что ли, вражеской ПВО. Это отличная совершенно вещь, и поставленная в достаточных количествах, она способна там россиянам сильно жизнь осложнить, прямо скажем. Пан Сергій, але ж у росіян теж є такі обманки і імітація ракетних ударів, те, що вони роблять. І так само ми пам'ятаємо ці повітряні цілі, які намагалися відволікти нашу протиповітряну оборону. Чи все ж таки наші ось ці, умовно кажучи, ракети, так, обманки, ми не можемо порівнювати із російськими, це щось інше? Ні, у них вони використовують для цього... как бы учебные ракеты, например, да, или вот там были случаи, когда находили ракеты, которые должны нести на себе ядерные боеголовки, только они на них ставят, ну, как бы пустую боеголовку и используют ее для отвлечения вашей ПВО, ну, чтобы вы тратили свои ракеты. Такие камикадзе своего рода. Или там те же шахеды они запускают, или кустарные беспилотники. Настолько продвинутое вот в электронном смысле оружие у них нет. Вот таких имитаторов у них нет. У них в этом смысле все гораздо примитивнее. Их задача заставить вас тратить ракеты. Как бы вот, обнаруживать себя с одной стороны, с другой стороны тратить ракеты. Пан Сергій, ну дійсно, якщо ми говоримо за саму протиповітряну оборону Російської Федерації, про те, що ми говорили попередньо, і зараз в розвідувальному огляді від Міноборони Великої Британії йдеться, що російське керівництво все більше занепокоєне тим, що їхня система протиповітряної оборони не здатна перехопити навіть безпілотники. Ми вже не кажемо за ракети чи ще щось інше. Зокрема, пам'ятаємо, що в Брянській області ж нещодавно був за 150 кілометрів від кордону з Україною вибух і був пошкоджений Ан-124 військовий транспортний літак Російської Федерації. Загалом, якщо у росіян така проблема з протиповітряною обороною, ми знаємо, що вони, у них є заводи, де вони виробляють, так, намагаються розконсервовувати танки, проводять експлуатацію, ремонт і так далі, тому подібне. Що з протиповітряною обороною надалі? Чи дійсно у росіян немає змоги взагалі її якимось чином злагодженою зробити? І чи є у них на це ресурси? І чи взагалі у росіян з протиповітряної оборони настільки все погано, що надалі вони не зможуть збивати ні дрони, ні ракети, ні щось інше, що летить до них? Не, ну какая-то противовоздушная оборона у них есть, комплексы там какие-то есть, и чего-то они сбивать в состоянии, но далеко не все и далеко не везде, это во-первых. Во-вторых, территория страны гигантская, и всю ее вот, ну как ты вот ни крути, не прикроешь в принципе. Тем более, что приличную часть своей ПВО они стянули на фронт или там в Москву, например, да, а остальные-то города, где находятся все эти заводы, предприятия, базы, склады и так далее, ну физически они просто закрыть не могут. К тому же, вот, по идее, ПВО – это, как сказать, это система. Это не отдельный комплекс. Вот тут стоит отдельный комплекс, там стоит. Это так не работает, по идее. Это такая система, в которую включено очень много разных элементов сложных. Там от спутников, которые следят там, за вот этими ракетными пусками, до наземных радаров, до вот этих летающих радаров самолетов. Там, типа Аваксы, например, ну у них это А-50 называется, и так далее. Все это должно функционировать как единый комплекс, да, ну вот сетицентрическая война, так сказать. А у них вот они никак не могут вот в это вот, они никак не могут, у них не получается все это замкнуть в одну единую систему, и поэтому у них там кто в лес, кто под дрова. Вот. Тут одна система, там другая, они между собой там все плохо у них взаимодействуют, плохо связано, и в результате вот это и происходит. Туда беспилотник долетел, сюда беспилотник долетел. Но если беспилотники долетели до практически Волги и поразили базу стратегических бомбардировщиков, это их вообще сейчас главное оружие против вас, которое у них там осталось, да, если повредили стратегические бомбардировщики. Казалось бы, такой объект, который должно вообще все быть закрыто наглухо совершенно. Однако ж не закрыто. Поэтому с этим делом у них проблемы. Пане Сергію, здавалось би, Кремль, який має бути захищений, все одно там є свої проблеми. Дякую вам за те, що знайшли час долучитися до прямого ефіру. Сергій Ослендер, ізраїльський журналіст, автор телеграм-каналу «Війна з Ордою» та ютуб-каналу, був з нами на прямому зв'язку. Підписуйтесь на телеграм-канал пана Сергія та ютуб-канал, там завжди цікаво.